Вот поднял генератор, регулируемый напряжением на 12 вольт. По этой схеме. Потом, чтобы питать генератор импульсов от него. На 10 кОм оборотник, только тут вместе 20 кОм, тут 1 кОм стоит, чтобы меньше помех было. Вот он. И конденсатор 4,7 нанофарадов, 1 кВт. 1 кВт не обязательно. Вот тут 1 нанофарад. Я так прикинул, где-то частота будет до 200 кГц регулироваться. То, что я и хочу, где-то до 300, до 500, вот так мне. Для ГНС. Тут паяльник от аккумулятора питаю. Он уже как бы попорчен, 11 вольт. Паяльник на 12 вольт. Так зато не так перегорит. И подзаряжаю теперь аккумулятор. Тут еще входной конденсатор перед стабилизатором 12 вольт. 470 микрофарад, 35 вольт. Потом на выходе конденсатора 470 микрофарад, 25 вольт. И потом еще 0,1 микрофарад вот такой. Плоский 63 вольта он, чтобы плоский он, как я понял, из пластин сделал, он не имеет индуктивности, он очень резкий будет. И потом, может, из этого генератора буду не только генератор наносекундных импульсов питать, но и что-то другое. Так как тут прямоугольник из 50% скважинность. Этот конденсатор заменить можно, и тут можно другую частоту получить. Повыше. Но тут всегда частота регулируется, вот, например, 200 кГц до 0 кГц. Просто на низких частотах уже начинает очень нечувствительно реагировать. Еле покрутишь, он уже очень низко залазит. Потому что если хочется более чувствительно, тогда нужно тут конденсатор поемче поставить. Тогда на низких частотах будет более чувствительный, но зато высокую частоту не сможет достигнуть там. Где-то 10 кГц, допустим, будет максимальная частота. Вот тут думал еще платку эту ГНС собрать, которая вот эту. Ну, это может в будущем соберу, может не соберу. Просто у меня 5 вольт стабилизатора не было, так вот эту собрал платку. Вот, но у меня она не заработала, обгон не заработал. Я ее и на монтажной, на этой вот плате, как она называется. Макетный собрал, тоже не заработал. Какая-то билиберда на выходе и очень малый сигнал получается от гуна. Что-то тут не то. Я собирал на Септини 7.4 HC00. Может, нужно HCT или AC. Я смотрел, у одного HCT, так у него вроде бы работает на видео, такое яйцо. У меня чего-то не работает ни в какую. Проверял много раз, всякие микросхемы сувал. Три такие еще HC00 купил, разные их сувал, ничего не работает. Только какой-то иногда очень маленький сигнал, 0 вольт получается, там мегагерц частота какая-то выдается, и то билибердовая какая-то размытая, там какой-то не прямоугольник, и какие-то ерунда. Вот как надо паять.
нужно как бы не гнаться за красотой, не пробовать все в одной месте паять, потому что тут не влезет, вот можно подпаять и на другой стороне конденсатора, если он тут влазит. А вот как проводики нужно паять, чтобы они не отламывались. Вот тут через дырку просунуть. И потом тут подпаять. Плюс и минус.